И теперь мы подходим к мосту перед Ангасолкой старой. Вот здесь вот также два моста. Один старый, другой новый. Так, сейчас попробую вот так вот поровнее идти по шпалам, чтобы не так дрожало изображение. Так, сначала снимем с одного моста, потом с другого. Вон там прогулочные катерки ходят. А мы сейчас посмотрим, что такое один, что такое второй мост. Так, надеюсь, электричка не пойдет. Очень на это надеюсь. Так. Ну, давайте посмотрим. Строение мостов абсолютно разное, потому что сдавались они в разное время. Вот здесь вот видно этот мост такой арочной конструкции. Более изящный, более интересный такой. Вот. Такая здесь вот красота этого моста. Сейчас прогуляемся рядом с ним. Вот такой мост. Красивые арки. Выложено все камнем. Все вообще замечательно. Не то, что сейчас кладут на совесть, можно сказать. Так что довольно интересно и занимательно получилось. Так. Сейчас главное, чтобы меня машинист не раскатал, пока я тут иду и рассуждаю о красоте этих мостов. Да. Так вот. Попробую, наверное, где-то вот так вот снимать. Так, здесь уже готовится отъезд поезда экскурсионного. Так, вот. Ангасолка. Церковь. И мы посмотрим на этот мост с другой стороны немножко. Вот он. Так, сейчас посмотрим на тот мост, который сделан, был уже во вторую очередь. Причем это все, судя по всему, 913-914 год. Вот эти мосты. Только единственный один был каменный, а второй уже железобетонный. Вот такой красавец. Мостик. Прям вообще красотища. Здесь у нас река Ангасолка. Ну, я думаю, что Ангасолка. Не знаю. Можете поправлять в комментариях, можете не поправлять. В принципе, вот она из трех. Можно сказать, здесь в один сливается. Так, здесь мост. Но все-таки вернемся теперь к этому мосту. Да, такая красота. Испорченная граффити. Не каждый день такое увидишь. Да. Видок потрясающий. Просто обалдеть. Да, и это все на фоне Байкала. Да. Прям вообще обалденно. Ну и тоннель с кучей мусора. Сейчас еще фотографии сделаем. Да. Красота – страшная сила. Вот они, мосты. Да. И местная природа.
конце нашего визита в Слюдянку мы прибыли на вокзал в Слюдянке. Вот этот вокзал, он полностью выполнен из мрамора. Это вокзал еще той самой КБЖД, которая видела Николая II. По сути дела, без реставрации он дожил до наших дней. То есть это не просто здание ЖД вокзала, а это еще и памятник КБЖД. Вот такая здесь красота. Снимаю его издали, потому что он даже не помещается в объектив. Очень большое здание. Вот такое оно. Вот. Ну и что ж. Посмотрев это здание вовнутрь, я думаю, заходить смысла нет, потому что там уже была реконструкция. А так, внешне посмотреть данное здание, я думаю, нам хватит. И на этом с чистой совестью можно сказать, что мы закончили свой тур по Слюдянке. Вот такой здесь ЖД вокзал. Да. Причем шпиль какой, скорее всего, на этом шпиле было раньше. Что-то типа двухглавого орла. Символика железной дороги представлена. Причем байкальской железной дороги. Это топор и якорь. Вот такая здесь красота. Слюдянский ЖД вокзал. Вот он. Такого вида.